Перевод фильма «Хихикающий доктор». Хищник. Темные века. Маршал Томас, я брат Иосиф. Спасибо, что приехали. Я не ожидал такого приема. Мой господин, это мои воины. Мой сын, это не место для женщины. Знайте, что вы не первый, кто так думает. Фрейя знает эти земли, как никто другой. Не сомневаюсь. Томас, проводите меня. И прошу, простите меня. Вы слышали? Баба его смущает. Я знаю, что ты хочешь уйти на покой после этого задания. Мой господин, мои люди уже видели слишком много смертей. Некоторые заслуженные, другие нет. Многие ушли от защиты нашей веры, чтобы самим решать вопросы своей судьбы. Почему мы здесь, священник? Архиепископ считает, что мы именно те, кто сможет помочь. Ты знаешь, что они говорят о звере, который тут охотится? Ну, мы слышали рассказы про колдовство, драконов. Но я не понимаю, почему церковь высказывает такой интерес. Местные жители сделали хорошие пожертвования в обмен на нашу помощь. Поэтому, естественно, что и по воле Бога. Конечно. Сюда. Это и есть причина, по которой архиепископ призвал вас сюда. Томас, это Саид ибн Эль-Шамс. Сарасин, который поможет вам уничтожить этого зверя. Какую помощь может дать мне Сарасин? Помочь советом. Советом? Почему я должен доверять тому, кто предал свою страну? Эта тварь убивает как христиан, так и мусульман. Независимо от его религии, какой бы она ни была. Брат, он ненадежный и дикий. Они все такие. Но я не тот, кто убивает без зазрения совести. Спокойно, тамплиер. Саид уже встречался с этим злом. Мне не нужна его помощь. Прости, Томас. Я не хочу об этом слышать. Может, тебе и не нужна его помощь, но я уверяю тебя, что на то воля Бога в этом, чтоб Саид был с вами. Что это, черт побери? Сарасин? Видимо, это и есть помощь в охоте на зверя. Серьезно? А это плохая примета. Я чувствую это. Ну что? Несколько тел уволокли отсюда, подальше от дороги. Дальше идем пешком. Это как найти иголку в стогу сена.
Сарасин, ты знаешь этого зверя? Мы называем их джиннами. По-другому дьявол. Ты уже встречался с ним? Да. В Иерусалиме. Ну и... Как его убить? Я не знаю. Как же вы его убили? Мы его не убили. Удовлетворив свой голод на наших людях, он ушел. Убить его — это проблема. Я просто тут как помощь. Кто сказал взять его с нами? Я же говорил, это плохая примета. Мы не охотимся на обычного зверя, идиоты. Он сильнее нас вместе взятых. Ты должен был остаться в палатке со священниками. Тут настоящие рыцари. Думаешь, я хотел быть здесь? Это не мой выбор. Теперь послушай меня. Не важно, что ты хочешь. Сейчас ты с нами и будешь драться с нами. Я просто эскорт. Теперь больше нет. Он был здесь. Есть два пути. Запад. Север. Хорошо. Фрейя, Годфри, отправляется по дороге, которая идет на запад. 20 лиг. Как стемнеет, встречаемся тут. Он идет с вами. Маршал! Во имя Бога! Это предупреждение или что-то другое? Никто не заслуживает такую смерть. Я не думаю, что это был дьявол. Может, двое-трое разбойников. Возможно, слышали истории Саида. В этих историях нет ничего, кроме страха. Надеюсь, что ты прав. Саид, расскажи побольше об этом звере. Он имеет длинные и острые когти, как мечи. Ха! И дышит огнем, так? Хуже. Намного хуже. Не слушай его. Он пытается запугать. У него получается. Что-то не так. В чем дело? Нет смысла. Дорога заканчивается здесь. Нет никаких признаков. Ничего. Колдовство. Деревья.
Он привел нас сюда. Дьявол! Он уходит. Ты должна остаться. Мы должны преследовать его. Нет, он хочет, чтобы ты пошла за ним. Что случилось? Дьявол пришел за ним. Фрейя преследует его. Глупая баба. Но ты останешься здесь. О боже. Он забрал голову. Почему он отрезал голову? Может, типа божественная жертва? Нет. Это его трофеи. Вот причина, почему он убивает. Ты его видел? Нет. Только яркие глаза, горящие как огонь. Ты врешь. Это не то, что он видел. Зачем мне врать? Вы не на того охотились? Теперь ты боишься. Я не боюсь ни одного человека. Ты охотишься не на человека. Мы все умрем. Забери свои слова обратно. Хватит. Мы все боимся. Но мы победим. Их смерти будут не напрасными. Как мы можем охотиться на него, если не можем видеть? Он вернется к другому телу, собирать трофеи. Ричард, Дамиан, приглядывайте друг за другом и будьте рядом. А ты пойдешь со мной по следу крови. Ты понимаешь, что он ожидает от нас этого? Постараюсь его не разочаровать. Убери его! Он жжет! Сними его с меня! Не дотрагивайся до него! Ты забыл обо мне? Вот он!
Прошу, не иди за ним. Отпусти меня. Слишком поздно. Мы уже ему не поможем. Со мной тебе не будет так легко. Мы нападем, когда он будет в другом теле. Он уже взял, что хотел. У нас нет шансов. Мы можем с ним драться и убить его. Прошу, давай уйдем отсюда, пока еще живы. Если мы уйдем, то их смерти были напрасны. Но твоя гибель ничего не изменит. Мы будем драться вместе. Нет. Я не хочу умирать. Не так. Ты должен остаться и сопротивляться. Ты дерись. И знай, что он не является непобедимым. Потому что у него кровь. Саид, вернись! Чертов старосын! Я здесь. Покажи себя и дерись.
Кто ты, черт возьми? Отпусти его. Твоя жизнь за его. Он ушел? Теперь да. Что это было? Я не знаю. Не дьявол. Что-то другое. Спасибо, что вернулся. Что бы стало с моей честью, если бы я этого не сделал? Хотя я ожидал, что ты будешь мертв. Пока нет, Сарасин. Еще нет.